Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать высокую грядку на длительный срок. Такая грядка прослужит как минимум 5 лет при интенсивном использовании. Было выкопано корыто глубиной 15 см для закладки наших слоев питательной грядки. Такая подушка не даст питательным веществам уйти в грунтовые воды из нашей грядки. Второй слой нужен для повышения температуры почвы и ее рыхлости. Третий слой нужен для глубинных корней, для развития микоризы и базисного питания. Мы перешли к четвертому высокопитательному слою с заправкой нашими продуктами от Organic Mix, биогумусом и удобрением для ягодных для наилучшего усвоения и питания наших растений и с добавлением хвойного опада для создания микоризы. Вот и готова наша многослойная грядка. Уплотнена и готова для укладки капельной ленты и укрывного материала. Отверстие для саженца должно быть чуть больше кроны для удобства внесения наших органических гранул. Производим завершающий полив не по листовой пластине. Наша рассада высажена, готова к питанию нашей заправки. Через 30 дней мы внесем органический магний и осеннее удобрение.